Всем привет! Сегодня мы будем готовить мультиварки томленые щи из квашеной капусты и утки. Сначала мы поставим вариться мясо. На раскаленную сковородочку наливаем немножко подсолнечного масла, пару ложек небольших. Добавляем туда внутреннее утиное сало. Наше сальцо вытопилось уже, шкварочки нам не нужны, поэтому я их убираю. Теперь ложим лук и обжариваем. Лук у нас обжарился до золотистого цвета. Теперь можно сюда добавить овощи, помидорки и перец. Сюда же добавим мелко нарезанную зелень. Все, можно выключать овощи. Поджарочка у нас готова. Мясо варится. Мясо будет вариться час в мультиварке. Потом я добавлю туда картофель нарезанный, капусту и обжаренные овощи. И поставлю на программу тушения на 2 часа. Щи у нас будут томиться, как в печке у бабушки. Картошку нарежу кубиками. У нас все готово к приготовлению супа. Овощи поджарены, нарезаны. Если капуста у вас сильно кислая, можно ее промыть. У меня капуста не сильно кислая, потому что я ее недавно только заквасила. Незаметно пролетел час. Мяско уже сварилось. Убираем пеночку, которая здесь образовалась. Ее совсем немного. И складываем овощи в мультиварку. Картофель, нарезанный кубиками. Квашеную капусту. И жареные овощи. Соль пока добавлять не буду, потому что капуста соленая. Перед окончанием приготовления попробуем, если нужно будет, то добавим соли. Ставим на программу тушения на 2 часа. Осталось 50 минут до конца варки. Я решила попробовать на соль. Чуть-чуть не хватает соли. Ну, чуть-чуть. Я так думаю, что, наверное, столовой ложечки вот так не хватает соли. Добавлю.
Еще раз. Щи готовы, можно разливать по тарелочкам. Немножко перчика, кто хочет. Немножко сметанки. Немного зелени. И приятного аппетита! Вкусные щи, как у бабушки.